Но пока я с Никуськой гуляю, я расскажу еще одну интересную историю. Тоже, что меня немножко поразило. Идем. Идем. Значит, здесь, в Америке, есть такая, такое наказание. Домашний арест. Это, как правило, уголовное какое-то преступление такое небольшое. Воровство там, ну... Еще какие-то виды преступлений. Здесь назначают домашний арест. И когда назначен домашний арест, человек, естественно, находится, проводит все это время, сколько ему положено быть под домашним арестом. И он... Ему на ногу одевают металлический браслет. Hi, how are you? Ему на ногу одевают металлический браслет, и этот браслет с GPS-ом. То есть там очерчен круг, по которому он может ходить, допустим, передвигаться по дому. И если, допустим, он переступает черты вот этого вот разрешенного пространства, где он может передвигаться, сразу же в штаб, где находится этот GPS-компани, туда подается сигнал. За ним тут же выезжают, ну, естественно, за это ему добавляют там какой-то срок. Или же вообще снимают этот металлический браслет и просто помещают в тюрьму. Так вот, что самое интересное, я совсем недавно узнала, опять же, я читала этого манка, собственно, я через книгу это и узнала. Он от головы улетит, какой красавец. Ой, боже, а там что творится? Невероятная красота. Небо сказочное. Ай, Ники, чуть не наступила на тебя. Крошка моя, пойдем. Так вот, этот GPS, там монтированы какие-то сенсоры. Или как их еще по-другому назвать. Когда человек... который носит этот браслет на ноге, допустим, выпил спиртного, этот сенсор сразу в этом штабе, с которого наблюдают, сразу даст сигнал, что человек выпил. И даже укажет примерно, какое количество спиртного он получил. То есть этот браслет он фиксирует. Берет пробу, я не знаю, пота может быть, или... полную информацию, как много алкоголя в крови человека, который носит этот браслет. То же самое происходит, если человек принимает наркотики. То есть тут же, ой, как красиво. То есть тут же поступит сигнал, что человек принял наркотики, что он принял их только что и в какой стадии наркотического опьянения он находится. Это тоже как бы очень важно. Так вот, шутки шутками. Вот так вот работает американская система, судебная система. Боже, как красиво. Какие цвета. Фиолетовый, синий, голубой, серый. Ах, какая сказка. Ладно, отрываюсь от этого неба. Пойдем. Вон еще самолетик летит. А там у нас аэропорт. Вот он только что взлетел. Ники, подожди, не дергай меня. Ники, сыт! Она меня дергает и все. Просто зарево какое-то там. Небо горит. Пойдем. Собственно, вот и все, что я хотела сказать по поводу этого браслета. Облака там розовые. Розовые, фиолетовые, желтые и еще какие-то. И малиновые. Вау. Нечто. Как я люблю это время дня. Даже воздух окрашен в какой-то розовый цвет.
Не знаю, если камера уловит этот розовый цвет воздуха. Кто там мне звонит? Ладно, все, пока.